Малышим и истинным, я музыкант. Я родился в семье актеров театра, но с детства и до 4 лет я учился, выбрал путь театра, но. Это решение было принято, когда я был ребенком. Я участвовал в тренировках до взрослости. 6 эпизодов театра, но были очень замечательными. Люди в Японии — это замечательные люди. Они летают на самолетах. Это было место, где мы видели истину. Это было не только истиной, но и историей за ней. Жизнь самураев той эпохи была очень важна. Мы сделали это частью представления, чтобы и мы могли участвовать. Кино было очень важным и своевременным. Создали новую пьесу о Кити-Ути. Эта пьеса была создана господином Хосеем. Участие исполнителей из дома Хошё было замечательно. Я был рад выразить свое участие и поддержку. Показывал его генералу генерал. Я получил маски, но и аксессуары к ним. Маски, но и аксессуары к ним все еще хранятся с большой осторожностью. Не думаю, что многие люди знают об этом. Никогда не думал, что у меня будет такой опыт в жизни. Был очень удивлен, не ожидал этого. Было важно показать фильм в кинотеатре. Это не были западные кинотеатры, в которых мы были раньше. Участие японских исполнителей и специалистов было замечательно. Но мы хотели сделать все, если мы сможем достичь этой точности на самом высоком уровне. То я думаю, мы сможем чувствовать себя настоящими артистами. Мы можем выразить одежду и язык того времени. Я не хотел потерять способ, который мне нравится. Я смог посмотреть продукты кинотеатра. Кинотеатр был одним из традиционных искусств Японии. Я ворота Монориза, бакалавр агрономии в Кита-Асао. В этот раз я приехал руководить и присоединиться к падению листьев в области сельского хозяйства, которое будет выполняться в Шотеле. Я учил его как одно из моих хобби, но мне было интересно, и я продолжал учить сельское хозяйство в университете и стал бакалавром агрономии после выпуска из университета. Примерно 600 лет назад это было представлено только мужчинами. Но недавно, приблизительно 60 лет назад, женщины также выступают на сцене. Это мое сельскохозяйственное лицо. Когда мы делаем сельскохозяйственное лицо, мы обсуждаем процесс и приводим пример. Затем я внес вклад в создание нашего произведения. Это произведение не может быть воспроизведено. Все же, произведение есть произведение, мы можем почувствовать это. Когда вы видите работу, вы можете понять его особенности. Вы можете видеть сердце и душу участников.